Авария произошла на участке дороги, где автомобилей много в любое время суток. Рядом находится пешеходный переход, и водители, как правило, снижают здесь скорость. Возможно, именно поэтому в результате столкновения никто не пострадал. По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ-1114, не имеющий водительского удостоверения, не выдержал безопасный боковой интервал, совершил столкновение с автобусом марки МАЗ, который осуществлял посадку и высадку пассажиров на автобусной остановке, а также с автомобилем Рено Сандеро. Столкновение можно было бы и избежать, если бы дорога была лучше вычищена коммунальщиками. Кроме того, ширина проезжей части заметно сузилась и из-за того, что посетители магазина, находящегося напротив места аварии, ставят свои автомобили на обочине. С той стороны, как бы, раньше знак там висел, остановка запрещена, сейчас его убрали, ну, видимо, по просьбе руководства магазина убрали. А так бы стояночку надо перенести в другое место. Если встанет туда машина, да плюс еще отвалы снеговые, как, соответственно, ситуация такая аварийная создается. В результате ДТП в течение нескольких часов движение по Советскому проспекту было затруднено. Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям о необходимости соблюдения скоростного режима и аккуратного вождения в период неблагоприятных погодных условий. Максим Тятов, Вячеслав Голиков, Степан Крижановский, Антон Каев, телеканал «Русский Север».